И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival World, все так же с DLC Extinction. Пока что еще не добавил глобальный мод, и так как я уже сказал, то есть мы будем помедленнее, пореже выпускать видосы, но там как пойдет. Ну вот, поэтому я все еще жду этих сообщений о том, какие глобальные моды можно добавить. Такой, точнее. Будем потихонечку распахивать их, не отвлекаясь на тепловой сезон закончен, все дела. Вот как-то так. Я надеюсь, получится хорошо. Ну, потому что каждый раз развиваться по новый смысл. А так, вот он основной набор, что мне нужно, и все, отлично. Да, домик я еще не строил, надо будет как-нибудь добраться. Ну и с ресурсами пока что рамсы. Суть в чем. Здесь, как видите, у меня стоит две дрель установки. И они выработали ресурс именно дрели. Ха, прикольно. То есть дрель просто сломалась. Закидывал 2000 пороха. В общем, почти 2000, ну, почти 1000, и дрель ломается. Но за 1000 пороха, вы видите, что я получил. Даже меньше, чем за 1000, ну, допустим, 1000. Это вполне неплохо. Почему? Кристаллов тьма, камня тьма, остается только полутать металл, и это все, что мне нужно будет. Ну да, еще надо будет сейчас дрель сломать. Кстати, да, если успеть все сделать как надо, то выстрелив из демогана, то есть собрать предмет, то дрель собираешь и поднимаешь, точнее, и у нее обнуляется качество предмета. Да, кстати, установил химстол, да и все вроде бы, больше ничего не делал. Кстати, да, мне нужно починить мои, мои ботинки. Да, я тут весь поломанный, переломанный, это просто распистос, просто расписос. Так, здесь что-то как-то пытается делаться, но как-то все это медленно делается, потому что не было металла. Я такой, ой, нифига себе, у меня нет металла, оказывается, круто, блин. В общем, поэтому как бы вот такая вот проблемка. Ну, ладно, пускай делается. Потихонечку будем делаться. Сегодня что будем делать? Конечно, путешествовать по сраному этому безумному миру. Стоять я забыл взять мороженку, чтобы летать быстрее. Полетаем, покажу вам, где я нашел места какие-то ресурсов и так далее, где мне подсказали, что нужно там искать, и все в таком духе. Так, штанцы, точнее, ботиночки. И я что, так много ты мне запросил ресурсы на ремонт, и так мало их тебе нужно было? Точно, я же забыл. Ты же постоянно требуешь это. Если запрашивают через S+, он постоянно требует максимальный набор ресурсов. Ну да, то есть он требует набор ресурсов на то, сколько нужно, короче. Ладно, понятно, понятно. О, здесь копперплейт надо дофига чинить. Да, штанцы-то поломались. Ну ладно, зато все остальное нормас. Так, надо скинуть эту всю штуку, и уже можно лететь туда, где край земли. Но не залетает далеко. Блин, у тебя же был. Ну окей, зато сделал дела нужные. Так, погнали за город. Вниз по карте. Ну, собственно, вниз лечу. Ха, прикольно, степанская броня пронзила мне карту. Пустыня. А точнее, выжженная пустыня. Да, здесь довольно-таки опасно. И если честно, то залазив в эту воду, ты получаешь не просто ожоги, ты получаешь токсичные ожоги. И это песос. Поэтому в воду лучше вам не залазить, но здесь побывать точно стоит. Почему? Такс. Врагов не видно на горизонте. Да вроде бы нормас. Так, берем вот эту штуку и оп! И вот она, та самая сера. При всем при этом, вот эту штуку можно переработать в сжиженный газ.
И это вполне себе неплохо. Кстати, да, у меня там дробилка появилась эсплюсовская, и там что-то, короче, много всякой фигни в ней, типа, можно изготавливать, бла-бла-бла. Какой-то газ появился другой, точнее, бензиновый газ, в общем, бррр. Информации, кстати, я по нем так не нашел. Если не забуду, я вам покажу его. Но если вы поняли, о чем, можете уже написать в комментариях, типа, да че это че, в натуре, ну это ж это фигня, и нужно она для вот этой фигни. Очень поможете. Такс, о, кстати, у меня ГПС отключен. А, отлично, я ГПС включил. Хей, круто. Такс, погнали, погнали путешествовать здесь, где я ни разу не был. Да, черт побери, я здесь вроде бы как будто типа был, но вот здесь уже я точно не был. То есть там я был, я лутал серу и все. Так, что у нас здесь? Ну, во-первых, здесь не так жарко уже, как я понял. Хотя нет, вот здесь уже жарко становится. О, парацерарий, прикольно. Парасерочка. Так, о, нифига себе. Тут прям так, прям настолько все жестко. Офигенно красиво. Идри тебя в корень. Это, походу, дело отсюда и началось заражение, да? Я вот так смотрю. Так, ну, как мы прекрасно помним, самое главное не залетать туда за край. И если далеко улететь, то у тебя отторжение начнет до такой степени накапливаться, что ты просто-напросто сдохнешь. Ну вот, ваншотом. И как бы да. Тут как-то решил посмотреть, думаю, ну, посмотрю ютуберов, которые снимают арк. Окей, думаю, начал смотреть. Думаю, не стал слишком оригинальным, подписался на Музлова. Окей. Отписался от Музлова, почему? Блин, но он мне спойлерил то, что я хотел это сам посмотреть. В итоге, короче. Ну вот, блин, но снимает классно, да. Да, до такого уровня как бы мне далековато, но все равно неплохо. Так, здесь мне показалось, типа, есть вход в какую-то пещеру, но входа нету. Что у нас здесь? А, ну да, я по карте-то и не видел здесь вроде бы входа. Вроде бы не видел, вроде бы входа, вроде бы не видел. Но надо будет потом глянуть точно по карте. А именно по базе данных. Опять-таки же всю информацию я смотрю не на Рувике, а на иностранном Вике. Я забываю ссылку скинуть в описании, но если, допустим... О, тихо-тихо-тихо, это уже за край сейчас полечу. Вот, но если ввести, допустим, того же самого в гача, да, гача Вики, и ввести чисто по-английски, то вам, соответственно, выведут эту самую иностранную Вики. То есть... не слишком тяжело это дело найти. Здесь уже прям безумно жарко, прям... прям жуть. Вот, поэтому, да. В этом плане здесь лучше летать в защите от жары. Ну, это маскировочный костюм и ему подобное. Кстати, не знаю, фуллсет стимпанка защищает, не защищает, но как бы, да. В целом, здесь ничего серьезного нету. И здесь, если вам нужны ресурсы и поубивать Дина, то есть этих вот отравленных Дина поубивать, то есть здесь, да, есть смысл тогда бегать. Все. То есть все остальное вы можете точно так же с легкостью найти и в любых других местах. Что я хочу вам еще показать? О, это что за контейнер тнемится? А, нет, это не контейнер. Просто я подумал, что это вот эта большая балдень дымится. А оказывается нет. Ну-ка давай глянем, что за дым. Ну и, собственно, мы подлетаем все равно к тому месту, что я хотел показать. Так, давай зачистим всех. Пошел вон. Опять-таки же, полетел на Аргентависе. Во-во-во-во! What the fuck? Иди в жопу! Слышь? Что? Блин, отсюда. Не до тебя сейчас. Так, погоди. Ага. А нет.
Подожди, давай проверим на этих пиздюках, короче. Так, я тебя подхватить не могу, да? Отлично. Ну-ка, погоди-ка, еще раз. А, черт. На ускорение. Так, ну-ка, все разошлись нафиг. Все разошлись нафиг. Мне нужен хеликоптер. Хеликоптер, за мной. Давай, 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 быстрее, 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 беги, беги, давай, давай, родненький. Родненький, давай, мой. Беги, беги, вот он я, вот он я, вот он я. Хоп, 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 отлично, ясно. Ясно то, что здесь это тот самый ивент, где нужно защищать вот этот купол, по ходу дела, да? Типа его нужно защитить. Да. Ну, понятно, короче, это тот самый ивент. Тут надо, типа, защищать. Волны, все дела. Да слышь, алло, пошли все в жопу. В общем, я понял. Можете написать в комментариях более подробно, что здесь нужно делать и так далее. Я буду не против. Потому что, честно, я немножко не понимаю, да и как бы не этого я сейчас хочу. Хорош летать вокруг. Ты, слышь? Ты хорош щит бить. А если я тебя сейчас ударю? Тебе же больно будет. Так, минус один. Пошел в жопу. Ой, да ладно, ты все-таки добрался до меня, хеликоптер долбанный, да? Ну вот ж не козел ли ты? Еще левел большой. Че? Да ладно, я волну отбил. Сам того не хотел. Но они просто меня напрягали, и я волну отбил в итоге. Классно. Ладно, в общем, суть вы поняли. И можете написать, что в итоге будет в конце. Если вы уже знаете. Мне интересно, реально. Я просто не хочу сейчас время тратить на все это дело. Если в эта суть будет интересна, вот эта вот вся фигня, то какой-нибудь выпуск сделаем чисто на отбивание волны. Я призову своих диносов и будем отбиваться от этой всей фигни. Ну, почему бы нет? Полную серию посвятим полному ивенту, да? Ну, кстати, можете написать в комментариях, нужно это или нет. Так, погнали обратно туда, где мы летали. А куда погнали-то? А там-то ничего и нету. Есть только вот это вот какое-то здание глянуть. А, ну так я там уже и летал в этом здании, там ничего такого серьезного нету. Суть-то больше в другом. Смотрите, в самом низу, где, собственно, пролезает рука. Точнее, броня от этого, от стимпанка. Ну, там-то куда интереснее. Там-то я не был. А здесь просто вот такое здание стоит, типа, разрушенное. Может, часть города была когда-то. Опять-таки же, видите, это кристалл. Возможно, это был какой-то телепорт. А возможно, это часть обелиска, более крупного, более мощного. То есть, это обелиск, который, типа, должен был защищать всю землю, но, то есть, как бы, строительство не успели сделать дела. Потому что, видите, то есть, эти обелиски, типа, маленькие обелиски, они стоят и защищают территорию. Возможно, эта цивилизация хотела сделать огромный купол, чтобы защитить всю землю. Но что-то пошло не так, и, собственно, они это делать не успели сделать. Блин, надо как-нибудь взяться и вообще, не знаю, хотя бы в письменной форме почитать историю арка, вообще весь сюжет арка. Если, кстати, знаете, где это можно найти, весь сюжет арка, будет очень здорово. То есть чисто, чисто только сюжетка. То есть вот вся сюжетка, вот до, или там кто-то посвятил этому уже видосы, то есть будет очень здорово. По крайней мере, о, терминал, сеть терминал, я думал это артефакт. Ну отлично, вот, потому что я так хотя бы узнаю все-таки, что в этом мире да как. Хотя, с другой стороны, прикольно иногда сидеть и придумывать свою историю, свою сюжетку, так сказать. И иногда она, получается, становится правдивой. Ну, в смысле, я такой, оп, придумал, она оказалась так и есть. Это тоже прикольно. Так, пока я болтал, мы практически уже долетели до места назначения. Так, мгновенная телепортация поближе к территории. И чё-то, короче, здесь не очень. А чё-то тут, короче, тут не очень. Почему?
Смотрите, территория огорожена. Туда залететь нельзя. Соответственно, я сразу же сдохну. И почему не очень-то? Просто интересно, что здесь? Здесь нифига. Почему не очень, я имею в виду? Если смотреть на Вики, то там, где территория как раз-таки огорожена, находится вода. И вот это мне было интересно. Что же там такое? Воу, легче нет. Короче, надо спуститься вниз. Потому что-то мне кажется, я уже за пределы куда-то улетаю. Не, все нормас, вот он. Я его не заметил подо мной. Металл. Да, вот начинает уже пищать, все дела. Давайте к краю подойдем. Посмотрим, что у нас здесь. Так, Петюря. Петюря у меня включена. Ничего не видно. То есть просто кромешная пустота. И как бы это понятное дело, что ничего не видно. Все в таком духе. Так, давай сделаем так. Сейчас мы, короче, вот этих завалим, пиздюков. Чтобы они не завалили моего птерчика. Даже? Сделаем по-умному. Оставим птерчика здесь. Кинем все в него. Кстати, завалил птеров, бронты заспавнились. Я слышу бабух. Ну что за фигня? А если кто из этих не нормас? Это свои братаны. Так, ну вот это заберем. И погнали, давай посмотрим. Поближе к краю. Опять-таки же, для чего я все сбросил? Ну, чтобы шмотки не ломались. Ну вот. Я задолбываюсь их чинить. Вы прикалываетесь, что ли? Ну вот. Так, ну здесь у меня сейчас начнется отторжение. Блин, ну я хочу туда, к краю подойти. Я могу немного пройти подальше? Я могу. Дилка, иди в жопу. Вот. Но не сильно далеко я могу пройти. В этом-то и вся загвоздка. Ага. Блин, смотрите, ну там-то есть что-то. Там есть территория. Дилка, иди в жопу. Иди в жопу, я сказал. Просто отстань. Так, ладно, погнали. Я лут все равно весь бросил. Если что, будет мгновенная телепортация. Ух, там классно как. Оп. Если что, будет мгновенная телепортация на базу. И все нормас. Блин, там клево. Так, где я уже нахожусь? Вау, офигеть. Я насколько приблизился уже к своей заветной цели. А чё, народ, прыгнем туда вниз? Посмотрим. Я уже поджариваюсь прям конкретно. Прям конкретно припекает. Но смотрите, я все еще могу идти. То есть, несмотря на то, что я уже конкретно зашел за них, я все еще могу идти. Здесь вон это ресурсы. Ага! Погоди. Я какое-то искажение славливаю. Отлично. Ага, вон купол. Вот реально ж на краю земли. Вот просто тупо на краю земли. Ну да, я тут даже ресурс могу лутать. Клёво. Подожди, ну куда ты ж это может меня привести? Блин, а тут все земли-то прогружается. Там мой птер вообще нафиг не помер случаем, а? А не, нормально, живой стоит. Погнали обратно. Офигенно. Самое главное, ведь реально эта земля куда-то ведет. То есть это не просто там, допустим, как раньше, типа уперся в никуда и все, то есть в невидимую стену. Эта земля куда-то ведет нас дальше. Ты смотри, у нее есть конец. Я давайте до конца добегу. Все, бежим до конца. Бежим до края земли. Офигеть. Ты смотри, насколько я уже ушел от этой территории. От положенной нам территории, насколько я уже ушел. Нет, не так. От разрешенной для нас территории.
И я стою на краю земли. Да, это то самое чувство, когда ты переборол свой страх и залез туда, куда, наверное, не стоило залазить. Да, клево. Клево. И здорово. Все-таки, ну, рисковать все равно нечем было, так что можно было и рискнуть. Классно. Ну что? Погнали. Вниз сейчас бабахнемся. Кстати, где я по карте нахожусь? Ну, не сильно далеко я ушел. Не сильно прям далеко ушел. Я думал, подальше. Она немножечко, видать, это... сдвинутая по оси. Ну, окей. Сейчас прыгнем вниз. Текс. Там бронтачи фатятся. Я, честно думаю, пробегая мимо них, я думал, сейчас меня как саданут, и я полечу, и экстерном придется врубать запись словами «А, твою мать, что творится?» Вот, но нет, повезло, повезло. Ну, еще я думаю, я грохну, все дела. Я тут много чего думал, когда бежал. Не думайте слишком много. Вот, туда. Туда я и хочу прыгнуть. Посмотрим, что у нас здесь. Вау! Вау! Виталий дамаг! Отлично. Встаем спокойно на кроватке. И призываем сюда аргента. Ну а почему бы нет? Так, аргент, 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 аргент. Нету ничего, никаких сундучков. Собственно, поэтому я весь лут сбрасывал. И аргентавис. Потому что даже... Ну, то есть мой сундук просто-напросто исчез. Просто полностью исчез. То есть должен был хотя бы имплант мне прийти, но нет. А хотя, может быть, и не исчез полностью. Не знаю, кстати. Надо было что-нибудь все-таки оставить себе, проверить. Блин, я забыл, что хотел показать в пустыне. Ну, кстати, терминал. Прикольно. Так вот, о чем я хотел сказать. Если вы очень долго, муторно ищете нефть и не можете найти, на поиске у вас уходит много времени, и вы ищете старые добрые наши камешки, ну, к которым мы привыкли, да, обычно, то нефть может выглядеть так. Не только на этой карте, на разных картах, но нефть может выглядеть и так. Так что это я тоже хотел показать, этим я тоже хотел поделиться. Кстати, да, нефть здесь вот буквально вот вышел из ворот, вот на пещерке, то есть, ну, здесь-то уже нефти довольно-таки немало. А теперь погнали наверх. Ты пыхнешь домой, а ты пыхнувшись, ты пы... Тьфу, телепортировавшись до дома, я, собственно, быстрее дойду до нужного места. Вот, просто ставлю на паузу, потому что прогрузка карты это, ну, сжирает немножечко времени. Вот. Так. Здесь. Суть в чем? Здесь находятся виверны, здесь находится терминал по вызову босса, главного босса. Возможно, с модовскими Дина мы когда-нибудь и завалим босса. Я очкую на обычных Дина туда ходить. Ну, как бы у меня нет опыта войны с боссами, так что уж не серчайте. Ты у нас чё? Ты у нас как-то добываешься? Так, труба включена. Гига! Виверна! Пошли вы все! В жопу! Вау! Силикон! Классно. Вот, собственно, тот самый силикат, который заменяет этот. Жемчуг вспомнил, блин, как он называется. Но, как видите, здесь немножко небезопасно, и как бы да. Тут и гиги, и виверны, которые не могут долететь до базы сами, то есть до моей базы. И как бы в этом плане, ну, такое себе было оправдание того, что на мою базу прилетел Виверна сама. Ну вот, поэтому как бы да. Но здесь есть место, назовем это так, сейф-зона. Да, летит она далеко, но оторваться от нее можно в легкость, с легкостью. Здесь есть сейф-зона, которую мне еще предстоит найти. Честно, я забыл, где она находится. Но там не спавнится Дина. От слова совсем. И, по ходу дела, я не туда завернул. Вау!
классно. Жаль, эту скалу добывать нельзя. Я прям вижу по цвету, она такая же, она из силиката создана. Класс. Ну и верность еще я завалю, так что с этим проблем нету. Но, как видите, от верн оторваться можно. То есть, даже не на модовских дино. Вот. Блин, слушайте, народ, я реально забыл, где эта пещера долбана. Черт побери. Ну там просто от слова совсем не справится. Да, это вот она и есть, вроде бы, если не ошибаюсь. Потому что здесь вот, да, здесь вот. Дофига силиката. Он же жемчуг. Дофига обсидиана. Здесь есть металл. То есть, спокойно, то есть, сюда можно поставить телепорт. Телепорт, говорю, можно сюда поставить. Вспомнил, ядрять тебя в корень. Телепорт, телепорт, телепорт поставлю я, но где-нибудь в другом месте, не здесь. Эх, погнали. Где-нибудь не здесь, а где-нибудь вот здесь. Оп. Ну, типа, а вдруг спам перебивает? Вот. Слышь? О, молодец. Так, давай переименовать. Вот. Силикате. Он же силикат. И, как видите, да, здесь реально его можно добывать просто в огроменных количествах. Находится по карте вот. Под пальцем прям. То есть, здесь где-то должен находиться терминал по вызову главного босса. Поэтому здесь и едино не спавнится. Ну, тип, короче, чтоб не мешались. Вот. Ну, судя все-таки по расположению, точнее, судя по нахождению, где я нахожусь, да, и судя по Вики, которую давал там, ну, то есть, есть информация о том, где находится терминал по вызову, то я нахожусь именно в месте, где должен находиться этот самый терминал. Поэтому, собственно, здесь нету Дина. Но! Ну, вы видите, да, сколько я ресурсов добыл. Это вполне неплохо. Тебя добыть можно? Травка. Травка-муравка, тебе добыть можно? Не, нельзя. Но, а так? Тоже нельзя. Отлично. Надо все проверить сразу же, даже. Угу, это тоже нельзя. Не руками, не так. Отлично. Но, как видите, все нормально. Я могу здесь спокойно бегать. Ну, кстати, металла не вижу. Я думал, здесь еще и металл есть. Ну ладно, я набрал. Ха! Я могу. Вот. Но в любом случае, тонны силиката, и не только, нефть, обсидиан, кремень, камень, вот тот самый силикон, этот силикат, его много. И, соответственно, вы просто, кстати, можно было сюда телепорт поставить, вот, и вы, соответственно, без заморочек здесь его можете лутать в таком количестве, которого он вам нужен. Да, и давайте поищем уже терминал вызова, я думаю, туда надо лететь. Вот на обсидианчик. А вот металл не наврал, ты смотри-ка, не наврал. Ох, я могу. Ой-ой, я какой молодец, я не наврал никому. Ха, супер. Такс. Вот эта дорога. Не, слушай, это не то, что здесь терминал рядом. Это просто реально карман для сбора. Типа перед боссом. Это карманчик для сбора. Ну, карман, то есть это место от основного потока. От основного потока Дина. И да... Смотри, где я уже нахожусь. Я просто нахожусь уже за, мать его, пределами карты. Прикинь. Просто сейчас буковка «Я» будет выходить за пределы руки. То есть у меня координаты уже... А, кстати, да, вот координаты минус один уже пошел. Огонь. Огонь. Кто в минусе? Я в минусе. Шуточки мои. Так, водичка. Водичка не знаю, стрёмно она или нет. Но находиться здесь стрёмно, если честно. Почему? Ну, просто может... Пижу, и всё, и я сдох. А точнее, аргент. Меня-то не жалко там, чё уж, господи. А вот аргента жалко. В любом случае... Ага, вот, отлично, я вижу красный, значит, здесь можно летать спокойно. Такс, дерево. Дерево, мы тебя лутать можем? Конечно! Что? О, я нашел, где красный, это... Красную смолу лутать. Отлично! Супер! Ну, я как бы рассчитывал на то, что с таких деревьев она и будет лутаться. Синие с этих, а гемы это кристаллы. О, зеленые это кристаллы. Отлично! Вообще все здорово.
Такс. Блин, тут смотрите, просто. Просто жаль сраного силиката. Просто все настолько поплавлено, что... О, класс. Его так много, что просто песос. Ладно. О, тут реально просто можно не заморачиваться об этом ресурсе. Вот, блин, где же ты был, когда я тебя искал? Так, приземляться хоть куда можно? Да ладно, там еще и пещера дальше вглубь. Металл. Нужно добыть металл. Металл это дело хорошее. Вот. Подожди, а кусты? Че я с тебя добуду? А нет, это маленькие деревья. Огонь. Грибная древесина! Иди в жопу! Ну хотя вот... А, нет, ну подожди, красный кристалл. Ну ладно, не обижайся, я тебя подниму. Мне его нету, пускай будет в коллекции. Такс, окей, надо все это дело сбросить. Так, Рекс. На Рекс это не так опасно. Ну как красиво! Червь! Да пошел ты! Смотри, где я нахожусь. Оп! Я теперь на безымянном пальце. Рекс, иди в жопу от меня. Такс. Ну что я могу сказать? В эту пещеру мы точно не пойдем. Наверное. Так уж и быть. Стой, это же Гига! Он ж может дунуть, я слечу с седла. Отлично. Вот я безумец, короче. Только ради вас я сюда ползу. Вот где я. Тихо-тихо-тихо-тихо. Показалось, что там кто-то бежит. Ой-о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 й. Вы бы знали, как мне тут очково. О, еще один кармашек. Вот здесь тоже. Место для сбора, место для хила, все дела. То есть там пару динов влазит. Типа, хоп, подхилялись. Погнали обратно. И, кстати, наверх вроде пешком даже можно забраться. Тихо-тихо-тихо, Виверна! Не-не-не-не-не. На этом расстоянии я... Точнее, в этом месте я с тобой точно не справлюсь. Наверное, не справлюсь, а может справлюсь, я не знаю. Вот, на пятихаточке, нормасту. О, давай, погнали. Сейчас мы аргентавица прокачаем. Оп. Огонь. Огонь. Прикинь. Поджарился, конечно. Но огонь. Аргентавица тоже нужно качать. Погоди. Это второй вход в мать твою пещеру? Что? Я просто вышел. А где терминал? Слышь? Не-не-не, там Виверны, не-не-не-не-не. Спасибо, не спасибо. Спасибо, я пойду лучше туда. Так, ладно, надо поискать эту гадость. Ну как же это отвратно выглядит? Мне тут что-то кажется, именно здесь вызов босса. Если я прав, то напишите в комментариях, потому что что-то мне кажется, что это реально босс. Причем отростки этого босса. И он находится просто в окаменелости вот здесь. Что-то все на это так сильно указывает. Это кровавая тропа, сам вид, все в таком духе. Ух. Прям жутенько. Жутенько-жутенько, прям. Прям кошмар. Так, что я хочу сделать? Давайте рискнем. А, кстати, на крайняк у меня есть бэкап, так что все нормально. Если что, я сохраню весь мир. И как будто ничего не было. Отлично. Так, погнали. Так, ты стой там. Ты не двигайся. Никто не двигается. Двигаюсь только я. Потому что, видите, она движется, то есть это как партиклы этого. Я что хочу глянуть? Не, здесь ничего нету. Отлично. Просто это сделано так. А было бы прикольно, если ты заглядываешь в текстуру, а там босс! Твою мать, босс, это такой... Что, блин? Было бы клево. Так, ну ладно, в общем, если я все-таки прав, ну, 100%, вы смотрите ютубы фразы, кто-то уже там... Да господи, это уже 100%, вы, если вы играете, вы уже сами сходили на босса, то есть если вы этим увлечены.
Если вы не увлечены убиванием боссов, то вы уже смотрите ютуберов, которые все это дело прошли не раз, убивали боссов. Кто-то же уже в первый день там босса убивал 100% и так далее. Так что вы прекрасно знаете, что босс это или нет. Как его вызвать и так далее, вы это все прекрасно знаете. Так что напишите в комментариях, я прав или не прав. И что нужно сделать для того, чтобы его вызвать. Я вызывать не буду, но все равно интересно. Сейчас вызывать не буду, потому что, ну, как бы такой себе. Такие вот народ дела. Ну, я с вами уже, пожалуй, на этом буду прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну, конечно же, делиться моими видео с моими друзьями. Кстати, газ. А где он был? В химстале он был. Вот. Про какой я газ говорю? Бензин из газа. Для чего он нужен? Подскажите. И, кстати, вот из этих фрагментов можно делать кристалл. 50 из 100. Но хоть для чего-то он, да, пригодился. Вот теперь точно все. На этом все. Серия конец. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.